Для изготовления хорошего виски требуется качественная вода и специально подготовленный солод. Это ни для кого не секрет. Но для изготовления идеального напитка необходима красивая история или интересная легенда, связанная, например, вот с такой вот птицей. Famous Grouse – знаменитая куропатка, зацелованная от головы до хвоста, более 100 лет назад вдохновила мастеров на создание одноименного напитка. С тех пор этот сорт стал лидером среди купажированных виски в Шотландии и единственным в этой категории, который носит статус официально поставляемого к столу Ее Величества Королевы Великобритании. Дальний родственник шотландской куропатки «Черный тетерев» не так давно также дал свое имя новому сорту виски, а напиток, в свою очередь, помогает самой птице. Узнав, что тетерев находится под угрозой, мы решили, что это прекрасная возможность отплатить птице, чье имя столько лет способствовало популярности нашего виски на рынке. Активная хозяйственная деятельность привела к тому, что популяция черного тетерева за последние 40 лет сократилась на треть. Восстанавливают численность пернатых в специальных заповедниках, в таком, как, например, этот, расположенном в местечке Коримони, неподалеку от озера Лох-Несс. Только за последние 3 года Эдрингтон Групп перечислила в Королевское общество защиты птиц 300 тысяч фунтов стерлингов. Средства на благотворительность поступают от продажи виски Black Grouse. С каждой бутылки черным тетеревам достается 50 пенсов. Впрочем, производители тоже в накладе не остаются. Для нас это очень удачный проект. Когда мы анонсировали начало сотрудничества с Обществом защиты птиц, не было масштабной рекламной кампании, было только объявление. Но даже это повлияло на выбор покупателей. Когда они пьют наш виски, они понимают, что помогают сохранить такую редкую птицу, как черный тетерев. В компании говорят, что их успех послужил примером для других компаний. Количество желающих принять участие в спасении дикой природы растет с каждым годом. Интерес проявляют не только коммерческие предприятия, но и частные лица, как потенциальные опекуны, так и туристы. Наша программа ориентирована на туристов, а также на местное население. Люди берут птиц под опеку, что очень важно для будущего тетеревов. Экскурсии играют не менее важную роль. Люди видят этих птиц, пьют виски. Отличная комбинация. Рай. Эдрингтон Групп планирует заниматься поддержкой черных тетеревов еще как минимум 3 года. За это время на спасение птиц будет перечислено еще 150 тысяч фунтов стерлингов. Впрочем, как отмечают экологи, в этом заповеднике популяция достигла своего максимума. И птицы начинают селиться за пределами резервации. Чего, собственно, все и добивались. Алексей Васюков, Эдуард Ушаков, Екатерина Миронова, Эксперт ТВ.